Новостям спорта. Президент Азиатской конфедерации футбола катарский миллиардер Мохаммед бин Хамам станет единственным соперником швейцарца Йозефа Блаттера в борьбе за кресло президента Международной федерации футбола ФИФА, сообщает официальный сайт организации. Новый глава футбольной федерации будет избран на конгрессе в Цюрихе 1 июня. Правом голоса обладает каждая из 208 национальных ассоциаций, состоящих в ФИФА. 75-летний Блаттер занимает пост президента ФИФА с 1998 года, когда победил на выборах экс-президента УЕФА Ленарда Йоханссона. Он уже заявил, что эти выборы станут для него последними. Бин Хамам в программном заявлении сообщил, что намерен развивать футбол на любительском и профессиональном уровнях, а также будет стараться сделать игру доступной для всех. Кроме того, он пообещал большую прозрачность действий организации и увеличение выплат 208 членам ФИФА в два раза.